нимандасир, ноканамге, нанине, хан на валакадахар, на яна, лаханако, на летрамбина. И в воде, и в камне, в каждом цветке, в каждом дереве живут духи. Они не злые, но не добрые. Они ответ на твои мысли и поступки. Есть места на земле, где духи разговаривают между собой, но человек слышит только шум воды. Косминский камень Тиманского кряжа. Здесь берет свое начало река Сула, чтобы, собрав вместе и ручьи, и притоки по южной окраине малоземельской тундры, через 353 километра пути отдать свои воды красавице Печоре. Сула на финско-угорском языке означает «таежная», и она действительно со всех сторон окружена тайгой. И это уникально. Тайга пробилась далеко в Заполярье, по долине, которую река буквально пропилила сквозь базальт, конгломераты, песчаник. Есть мнение, что Тиман – горное ответвление от Урала, многослойная геологическая структура, причем с очень сложным расположением слоев. Сула на своем пути от истока до низовья скрывает практически все эти слои, вставшие по берегам скалами от 5 до 100 метров в высоту. Под ними белыми барашками кипят перекаты и пороги, делая невозможным движение на лодке. Дно многих участков реки выложено базальтовыми плитами. В конце 19 века здесь побывал знаменитый геолог Федор Чернышов. Он писал, что прошел всю реку с большими трудностями, с проводниками, весьма смутно знавшими все течение этой реки, и притом спускаясь от Сульского озера вниз по реке, а не поднимаясь по ней. Спустя 100 лет после экспедиции Чернышова сюда приехал известный кинооператор Михаил Заплатин. Его фильм «Сула. Река тундры» был показан в программе Юрия Сенкевича «Клуб путешественников». И уже тогда не только геологи стали задумываться, как и когда сюда, в самое сердце Заполярья, практически к берегам Северного Ледовитого океана, попала уральская флора и фауна. Здесь есть и темнохвойные леса, и светлые березовые рощи, в которых можно встретить медведя, лося и оленя. Обратите внимание, почти все травы здесь по берегам и средней полосы. И пижма, и марьин корень, и гравелат, и грушанка, и раковые шейки, и вероника, и ромашка, и зверобой. Родина их за 1000 километров отсюда. Удивляет, как вообще они могут существовать здесь. Осенью берега Сулы усыпаны ягодами черника, голубика, психа, жимолость. Совсем скоро на этих кустиках появятся бордовые ягоды, напоминающие малину. Это княженка. Во времена Средневековья княженка и жимолость украшали столы знати. Но с каждым веком ее становилось все меньше. Наши прадеды использовали корень княженки для получения пурпурной краски. Так и исчезла князь-ягода. Ну а здесь ее много. Но разве это не чудо, что таежные растения подчинились законам тундры, отцветают и дают плоды за короткое северное лето? Такое впечатление, что берега скалы защищают их от студенных ветров и морозов. О том, кто лакомится всем этим добром, мы узнаем у заведующей отделом природы Ненецкого краеведческого музея Нины Николаевой. Нина Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите все-таки о разнообразии животного мира вот в этом месте на реке Сула. Кого можно встретить? Из крупных млекопитающих там можно встретить в первую очередь, конечно, лося. Надо сказать, что до 40-го года, 1940 года, как вот сказал по сведениям Василия Платоновича Макридина, лосей у нас в округе вообще не встречалось. И только, видимо, после Великой Отечественной войны они к нам постепенно мигрировали. Вторым по встречаемости крупных, из крупных животных, это бурый медведь. Также достаточно много росомахи, отстрел которой в 70-м году был запрещен. Из пушных зверей мы с вами могли бы встретить, наверное, в первую очередь лису, песца. И охотники еще ставят ловушки здесь на куниц. То есть много пушных зверей, в принципе, присутствует. А из птиц кого можно тут наблюдать? Птицы, пожалуй, наверное, самые многочисленные из всех представителей животного мира. Из крупных... Это вот орлан белохвост, который вы, у вас это просто удача, что вы его засняли. Беркута можно встретить. Ястреба тетеревятника, он достаточно часто встречается в лесотундровой зоне. Ну и из травоядных, скажем так, птиц, наиболее многочисленные это глухари и куропатки. Весной, как и
принципе, на всю территорию нашего округа прилетают водоплавающие птицы. Можно встретить игуменника, различных уток, в частности, крохоля, например. И из куликов наиболее многочисленными будут кулички, так называемые галстучники. Они поселяются на каменистых пляжах, и плотность их достаточно высокая на соли. Инна Михайловна, вот из всего этого разнообразия птиц, животных, кого из них, много ли из них тех, кого можно встретить именно только здесь, в этом месте, и больше нигде на территории округа? Надо сказать, что отмечается встречи дикого северного оленя, который вообще в округе у нас очень редко. То есть у нас все домашние, а там единственный дикий? Да, именно дикий северный олень, который внесен в Красную книгу Ненецкого автономного округа. Кроме того, в 2001 году, вот когда мы с детьми спускались по Суле, проходила экспедиция «Истоки», нами была встречена еще бабочка очень редкая, махаон. Она включена в Красную книгу Российской Федерации, ну и, естественно, нашего округа. А вот можно сказать, что вот это место идеально для жизни, для, не знаю, размножения животного мира здесь? Ну, по сравнению с другими уголками нашего округа, территория, бассейн реки Сулы, он особенно в среднем и верхнем течении, он редко посещаем. Вообще, помните ли вы первый раз свою поездку на Сулу? Что это было? Впервые на Суле я побывала в 2001 году в составе экспедиции школьников «Истоки», в ходе которой мы спускались на байдарке и на определенных участках реки проводили исследовательские работы. В частности, мы наблюдали за растительностью, за животным миром, ихтиофауна исследовалась. И была у нас группа гидрологов, которая занималась как раз изучением глубины реки, ширины. Как бы вы хотели, чтобы вот эта территория развивалась, может быть, в плане экскурсий, в плане туризма? Возить туда детей тех же самых, может быть, да? Возить туда желающих, всех, кто хочет. Ну, существует проект от создания национального парка «Сульские водопады». И действительно, эта территория достаточно интересна. И не только как уголок растительности уникальный, там, с животным миром интересным, но и с геологической точки зрения. Потому что вот, чуть ниже водопада Сульского есть такой участочек, который, например, Михаил Заплатин назвал раем для палеонтологов, потому что там очень много окаменелостей пермского периода. Угу. Действительно, это место интересно, и желательно, чтобы оно посещалось, чтобы жители нашего округа с ним знакомились. Потому что чем мы будем больше знать, тем мы лучше будем относиться и беречь нашу природу. По Суле верховья крупных притоков Сойма, Большая Пула, Большая Янтыга идут килограммовые щука и хариус. Встречаются и довольно крупные экземпляры до 10 килограммов. Площадь бассейна реки 10 400 квадратных километров. 170 представителей флоры и фауны, обитающие по берегам и водах Сулы, находятся под охраной государства. Причем эти самые представители совершенно не боятся человека и с любопытством разглядывают его. В этом месте Сулу пересекает один из тиманских гребней, он называется Чицинский камень. Внушительный пласт базальтового монолита перекрыл реку, улегшись на дно. Спустя тысячелетия река пробила в нем узкие, но глубокие щели. Так и появился знаменитый Сульский водопад. По древним каменным ступеням перекатывается мощный бурлящий поток. Высота каскада всего 5 метров. Но учитывая протяженность всех ступеней, оздоравливающий эффект водопада сравним с действием крымских падающих вод. Миллионы капель заряжаются от солнца, образуют отрицательные ионы и живительным образом влияют на работу сердца. Вода стремительно, шумом падает вниз, не пуская рыбу в верховье. Поэтому и в народе официально водопады называют «падон». Над Сульским водопадом возвышается деревянный крест. Его установила в 2001 году группа юных туристов. Подойти к нему можно только с левого берега. Правый отвесной стеной подступает к воде. Вот эти стены из базальта довольно почетного возраста. Им уже более 400 миллионов лет. На стенах отчетливо видны кварцевые жилы с агатовыми жиодами. Выбить их невозможно, да в принципе в этом и нет смысла. Агат здесь практически на каждом шагу.
Высокие скалы на всем протяжении подступают к реке, свисая над водой карнизами. Кроме того, на плато и вдоль долин встречается множество уникальных форм рельефа, образовавшихся в результате выветривания горных пород. Так что за каждым поворотом совершенно новый, ошеломляющий вид – другой мир. Сула – древняя и мудрая река. Островок тайги посреди заполярной тундры. Это уютный дом для птицы, зверя, рыбы. В летнее время Сула мелеет так сильно, что ни рыбаки, ни охотники не могут сюда добраться на моторных лодках. За это время птица успевает встать на крыло, рыба от нерестится. Сула сама для себя создает заповедный режим. Это и есть чудо живой природы. Сяхангард, Намгард, Миссури и Дменмайпу. Шумит водопад. Это духи славят главное божество Идьерва за то, что дал много воды, чтобы жизнь была у людей, оленей и всякого зверя. Много дал чистой воды.